Мой дедушка Ходьков Спиридон Георгиевич, настоящий полковник. Великую Отечественную войну он уже был в звании подполковника, был призван из Сибири. Первый свой бой принял в Подмосковье, в битве под Москвой. Вот. В составе 2-го Украинского фронта дошел до Украины. Там был назначен на должность, как он там называется, ну, в общем, остался служить на Украине, вот, в 44-м году, вот. Был достоин звания полковника, имеет 2 ордена Ленина, орден боевого красного знамени и многие-многие там ордена и медали. Он был персональным пенсионером Советского Союза. Вот, то есть это наша гордость, наша память. Вот, естественно, мы не могли не откликнуться на этот вот, на эту акцию. И очень признательны нашей администрации, что у нас вот проходит такая акция. Вот с удовольствием будем участвовать в ней, если из года в год будет повторяться, будем приходить и чтить память наших дедушек, бабушек, родных и близких.